Вот. Это вот такое животное, то ли собака, то ли носорог, потому что сделано его, ну, вот как собака, в общем. Вот это вот. Как собака, вот. У нее вот фирменный знак, вот. Пределан. Вот. Фирменный знак. В общем, само оно сделано вот так. Вот. Но у нее присматривается вот тут рог. Как у носорога, вот. Поэтому непонятно, что это за животное, вот. Глаза вот тут сделаны живые. Они вот двух цветов, чтобы красиво было. Ушки вот такие сложенные сделаны, но внутри, если вот так вот распрямляется, то оно оранжевое. Ушко вот тут вот. Так вот сделано. На самом деле оно вот так вот должно быть. Сидеть он не сидит. Вот. Он не сидит, он опрокидывается, потому что у него задняя лапка приподнята. Он, видимо, почесаться хотел и не смог. Вот. Как-то в такой отсутствии его сделали, что он перекидывается. Но это лично его не портит. По качеству он такого белого цвета, но не совсем белоснежный. Поэтому темноватый цвет такой у него. Вот у него лапка приподнята, вот. Он так сделан. Типа почесаться вот так вот хотел лапкой. Или как-то вот так вот. Хвост у него. Вот тут кисточка черная на хвосте, вот. Так просматривается кисточка, вот. Вот у него, кстати, вот тут спереди нарисован рот и нарисован нос. А это, получается, рог нарисован, как он. Вот, у нас рога, вот. Вот такое вот необычное животное, вот. Вот такое вот необычное животное. Кстати, опрос. Вот, опрос будет вверху, собственно, чтобы помогли узнать, что это вообще за животное такое. Потому что очень интересно вообще, что оно себя представляет. Вот. Из-за того, что лапка приподнята, он вообще не сидит. Поэтому посадить его очень сложно. Просто потому, что приподнята лапка. Но это, в общем, не меняет его красоты, потому что если разобраться, что это за животное, то возможно вот такое вот красивое.